Телескоп, находившийся в разработке последние 20 лет, наконец-то готов к тестированию. Джеймс Уэбб представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию. Аппарат сможет заменить телескоп Хаббл, когда у того закончится срок эксплуатации в октябре 2018 года. Возможности нового устройства гораздо шире возможностей его предшественника. Так, диаметр зеркала Джеймса Уэбба 6,5 метров, тогда как у Хаббла был всего 2,4 метра. Это зеркало позволит получить прекрасное изображение не только Солнечной системы, но и Вселенной в целом. Через излучение инфракрасного спектра ученые хотят заглянуть в глубины космоса более чем на 13,5 миллиардов световых лет и увидеть первые звезды, образовавшиеся после Большого взрыва. Также телескоп поможет изучить формирование и развитие галактик, звезд и планетных систем, и даже происхождение жизни. Перед запуском ученым предстоит многократно проверить устройство на прочность.